как моя корона Франца. Старички, давайте. Работаем, работаем. Михайло, третье место. А вот спустя 4 месяца вернулся мой главный мотиватор, потому что он пашет, и я не могу отдыхать. Я же должен выиграть, но даже если я тебя проиграю, я буду искренне рад. Все? Так, я за 20, за 28.50 и за 29.40. Короче, минуту я у тебя выиграю. Давай, давай, Михайло, за все комплексы. Круто, а? Круто. Нет, чемпион, да. Еще вернется. Давай, давай. Помните. Давай. Сегодня такая была мощная тренировка. Мы сегодня сделали 13 упражнений и, соответственно, 4 круга. А все упражнения во всех кругах делаем без перерыва, потому что у нас микросоревнования. Отдыхайте, когда считаете нужным. Преимущественно первый подход всего по 10 раз, второй по 15, третий по 25 и четвертый по 10. За исключением прыгалок, они всегда по 100 раз. Я этот комплекс сделал за, это время уже идет, за где-то 28.50. Смотрите за нашими новостями. Раз в неделю у нас тренировки по круговой методике, то есть, или как говорится, по кроссфиту, но в основном будет больше, наверное, круговая. Они бесплатные. И вообще спорт — это не про красивое тело и не про девушек. Спорт — это в первую очередь дисциплина. Если вы будете дисциплинированы, вы будете ходить на тренировки, вы будете дисциплинированы и во всех других аспектах жизни. Правильно? Да. Приходите к нам.